Добрый вечер, с вами Николай, и мы играем в The Elder Scrolls Online. Свиточки, светулечки, светотаточки, короче, свитки, да. Простите. Давайте посмотрим, у нас градация, подожди. Нам необходима тяжелая броня на нее. Создать. Хорошо. Погоди. А, я не могу посмотреть. Ну и ладно. А, подожди, подожди, стоп. 14. Короче, у нас сейчас дождь идет. Довольно погода мокрая. Гроза. И надеюсь, мы нормально запишем это видео. Ну, надеюсь. Лишь бы нас не выкинуло. Погода может все испортить. Да-да-да. Здрасте. Даггерфолл. Подожди, мне надо глинумбра. Глинумбра. Все правильно. Стоять. Все равно здесь. Какая разница? Дядька. Глинумбре. В самой западной области Хайрока находятся города-государства Даггерфолл и Камлорн. Огромное кладбище, собор бедров, великая ведьмина топь, глинумбрийские пустоши и леса Дэнии. Дэнии. Вот так вот. Не знали? А вот теперь узнали. Ай, да. Что же у нас будет интересного? Ну давай же! Моя 750 Ti не может его загрузить. Это... Не, ну хотя я сейчас смотрю. Ну да, 90%, 99%. Короче, полностью видеопамять отжирает. Надо видеокарту менять. Такс, ну что? Что? Поехали. Убийца из шайки кровавого шипа. Поговорить с Сазаной Аттабас. Сазана Аттабас. Аттабас. О, 5000 крон. Блин, по 500. Зараза. 5 на 5, 25, 2,5 ляма. Чувак, купил, продал. Так. Сазан Аттабас. Если кто-то не из-за груза, то мне некогда, и я невероятно занят. А мне прислал капитан Арзен. Королю угрожает опасность. Убийцы здесь, в моем порту. Найди этих мерзавцев и убей их. Но не понимаешь, что нам. Нельзя допускать, чтобы началась паника. И я предупрежу стражу. Если кто-то из этих заговорщиков блин, да что ж такое, проскользнет мимо тебя, мы не дадим им далеко уйти. Хорошо. Найти Верика и его наемных убийц. Ах ты ж срань, ядрить тебя. Нормально. Витус. Чё? Ты кто? Осмотреть подозрительный груз. Подожди, не вижу. Ладно, пошли ниже, посмотрим. Ну, здесь, видишь, я еще их убила. Скорее всего, а вот, вижу. Sorry,
Выйти в замок Даггерфолл. Да, ближний свет, ну ладно. Да, цены. Да, цены на крону поднялись, я не знаю почему. Барыги перепродают, короче, и сюда добралось. Как у капитализма. Короче, наследие капитализма. Вот так можно назвать. Замок Даггерфолл. Резиденция династии Делейн. Нынешний правитель города-государства Даггерфолл с неприступным замком, расположенным на вершине побережья скалы, открывает прекрасный вид на город. Так, то что мне в пот. А, милорд, не стану дракона, не покинет своего лорда. Они идут за вами. Подождите, что это? Вот, что смерть. Get the king out of here. Go! To the side! Head upstairs and protect the king. Наверх и защищай короля. Хорошо. А, по сути, я не буду пребывать без разницы сколько, да? Теперь скажите мне, пожалуйста, еще такой вариант. А, вон, все, вижу. Где тут лестница? Жарко. Нереально жарко, я вам говорю. Captain, this isn't easy for me to say, but... Так, капитан, нелегко говорить, но я хочу попросить прощения за то, что не обратил внимания за ваше предупреждение. Nothing, ничего, мой король, простите, если я забыл, если исполнил свой долг. In service to Daggerfall, our friend here is to have any support and watch all the knights can provide. Оказывать бла-бла-бла. Не успел. Да блин, потерялся. Разумеется, мы сделали все, что в наших силах, чтобы помочь найти Ангофа и узнать, чем им движет наша героиня, поддержит весь Даггерфолл. Похоже, капитан не зря за меня волновался сегодня. Ты спасла меня от ножа убийцы и от моего собственной глупости. Я сделала, что могла. В самом деле, мертвое тело на полу — это доказательство, что за человек пытался убить меня, что чего он хотел. Убийцу звали Верик, но он работал на кого-то по имени Ангоф. Ангоф? Я слышал это имя агента. В отчетах придворного шпиона говорится, что беспорядки в моем королевстве сеет этот самый Ангоф, но больше мы ничего не знаем. Они надеялись убить тебя и распространить хаос. Беспорядки — это лишь метод достижения цели, а не сама цель. Лишь средство, а не конечная точка. Здесь нечто больше, чем просто хаос ради хаоса. Нам необходимо докопаться до сути. И я могу что-нибудь сделать? О, да! Сим, жалую особое разрешение наводить справки о злодея Ангофе от моего имени, но ты не должна поднимать шума, ибо нам нельзя выдавать наших намерений раньше времени, и никогда не забуду, какую услугу ты мне сегодня оказала.
у Зои шибись. Такс. Повыше. Такс. Остров бурь. Это хорошо. Что это у нас? Ваш критический урон увеличен на 5%, урон увеличен цель увеличится на 5%. Да, давай. Стена копий. Используя ветки копий Аэдра, вы получаете веномалая защита на 3 секунды, которая уменьшает полученный вами урон на 5 секунд. Обжигающий. Так, при 4 кровной синий урона способствует ветки копий Аэдра, закрытое межное время, вы наносите свои цели и физический урон. Давай тоже возьмем. Это неплохо. Да. Доспешные. У меня тяжелые доспехи я ношу. Так. Да, давай улучшим. Телосложение. То же самое. Конечно, надо. Все. Кассировки. Гильдейская гильдия бойцов. Ну, это мне пока не надо. А, не, это... Не, это не хочу. Оружейное потом. Ну ладно. Не, это самое прикольное. Вот это разрушает броню. Ну, это неплохая штука. Твердыня. Запустил новое использование ветки на ручное оружие. Щит уменьшится на 70% за все блокирование. Ваша сила оружия взглянула или сейчас на 30% урон, который может заблокировать на 10%. Вот это. Количество урона средства, которое можно заблокировать, увеличится на 6%. Ну, это такое. Вот это можно улучшить. Твердыня. Так, классовое копье. Что у нас еще интересного? Тут можно ярость рассвета. Скайбук. Так, хорошо. Что нам надо? Ищем, 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 не вижу. Значит, сейчас выходим сюда, посмотрим на улице. Одна грань мороза, сушится. Нет, стылая скала. Значит, выходим... А, стоп, подожди, куда выходим? Стоять. Стоять, 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 стоять. Что у нас? Стол. Искать. Табличка. Да, воспользуемся моментом. Конечно, да. Цена вопроса. Какой-то вообще чувак с ума сошел. Вы уже знаете этот ремесленный мотив, да? Так. Нет, рыбалковый. Отмычка. Отмычка — это хорошо. Отмычки я люблю. Отмычечки, отмычки, отмычечки, отмычка. Колыбель. Ребенок. Странно.
Тикс, тут все. Ой, ага, фига. Я думал, там лестница. Ладно, тогда мы не спускаемся. Посмотрим, что внизу. Тумбочка. Чикс. Видели, даже зеленки попадаются периодически. Да. Мне шкаф не интересно. Да. Стоп. Это было интересно. Так, тут буфет. А, буфет не интересно, шкаф нормально. Так, дальше поехали. У нас внизу еще одна комната, мы посмотрим и будем бежать, да. Да. Что у нас за комната? Ничего интересного, бочка. Скудненько. Да, я сегодня, кстати, на рыбалку ходил. Блин, карпика провтыкал. Больше килограмма где-то, блин, был. Не знаю, ушел, блин, нацепился. Так, печально было, надо себе подсаку купить. Да. Да ну блин, я вам говорю, настолько обидно. Это было очень обидно. Очень. Блин, иди задание, а, блин. Чё, орёте? Чикс 10к. Надо будет вещи сегодня выставить на продажу. Вторник. Вторник прошел. О, теперь на продажу надо. Так, у нас есть какое-то боковое задание. Мне надо бы... Основной сюжет серебро вкладывала. Мне предстоит через Глинумбру, Стормхейвен, Рейнер Спай, пустыня Лукир, наконец-то Банга Край. Очко я получил, основное задание сделал. Я не знаю, хотите? Ну, напишите, если хотите, пройдем боковые задания. Нет? Нет, потом посмотрим. Ну что, давайте, наверное... Да. Давайте, наверное, проходить планомерно все задания по очереди, да и все. Ну, в локацию попал, прошел все задания. В локацию прошел. Не щемите, помоги мне. Я следующий, я точно знаю, что не стану следующим. В каком смысле следующим? Убийство. Мои друзья уже мертвы, надо взорвать. Нет до этого дела. Что с того, что они не ищем? Стало меньше. Для них ничто. Но если бы кто-нибудь нашел убийцу, откуда стоит поискать? Начни с переулка в торговом районе. Только вчера там убили старушку Джианну. Может быть, лейтенант Дюба. Даже наградит тебя, если ты сделаешь за него его работу. Ну, посмотрим. Слышь, интересно. Первый час ночи, это ж где ты живешь? Завтра буду бегать в стране. Ладно, сделай, что сможем. Спасибо, быть нищим ужасно. Ты как прозрачный, всем плевать. Расскажи про убийство. Позорные нашли старушку Джану прошлой ночью. За день до того убили Прованса Рона. Когда-то кто-нибудь из нас умирает, они обычно заявляют, что виноваты холода или болезнь. Джана и Рона растерзали на куски. Теперь они говорят, что это был волк. Волк? Представляешь, в городе. Но такая версия дозорная. И я с такой с ней не соглашался. Все еще чувствую, что это было убийство, или вовсе не волк, или другие дикие звери. Зачем кому-то убивать бедняков? Мы повсюду, для добычи. Некоторые нас просто не любят. Выбирай, убийца не становится, он жесток. Рано или поздно он начнет убивать более обеспеченных граждан. Но тогда дозорный начнет действовать. Не, ну да. Так в основном и происходит. Поехали, посмотрим. Понятненько. Скудук. Что, возьмем по дороге задание еще где-нибудь? Как вы думаете? Это подожди, ремесленное, что ли?
Путь к славе. Путь к славе призываем всех искать обращение наемников, изгнанных героев, бездельников. Уже жди великие свершения, испытания свою силу на полях сражений, где вас ждут игры. Чушь. Ремесленные заказы неинтересно. Это что? Ремесленные заказы тоже неинтересно. Блин, как бы убрать, чтобы они мне не светились. Ладно. Потом. Симон, Аниет. Вот посмотрите, просто я. Вот давайте вот так посмотрим. Не-не-не-не-не. А теперь он, смотрите, да? Он чувак. И куда он смотрит? Ну я ж правильно говорю? Так, культист кровавого шипа. У этого человека сломан позвоночник в нескольких местах. Тот, кто напал на него, должен был быть невероятно силен. Опачки. Западный переулок. Ну да, средневековье, Франция. Напоминаю. Жервес. Говен. Беги отсюда. Оно и тебя убьет. Расскажи мне, что происходит. Чудовище, я говорю тебе, монстр рыщет по переулкам, кромсает своих жертв, как когтями и клыками, убивает всякого, кто попадется ему по дороге. В южном переулке лежит убитый человек, и он не нищий, это один из культистов кровавого. Расскажи мне, чудовище. Зверюга бродит вдоль реки, охотится в ближайших переулках. Он ест тех, кого убивает, просто устраивает из него и бросает трупы на сиденье крысам. Это проклятие Камлорна. Я не хочу стать в этом кошмаре. Проклятие Камлорна? Ты разве не слышал? Все только об этом и говорят. Город Камлор захвачен сворой вервольфов. Не смотри на меня так, я слышал, как ты об этом говорил Дамиен и Фиен. Мне интересно, что фанатики из предей за пределы ходят слухи, что они призывают темной природы магии. Путь даже хуже. Мы стараемся держать от этих помешанных подальше. Если монстр решит убивать только кровавых шипов, я не возражаю. Ну да. Обследовать реку. Да, я помню, что-то такое. Что-то такое было. Французы. Не, ну... Скорее всего, да, глянул Бретта. Акур Ририс. Чудовище бегает на твоем горло. А, вот он. Зачем ты так делаешь? Это больно. Так-с. Дальше. Поговорю с лейтенантом Дюбуа. Лейтенант, ты где? Вервульф. Гийом. Это нечто жесткое стерзно, похоже, глубокое и рано несли огромные стрелки. Что это такое? Смотрите. Прикольно. Путешествие через леса Дании сейчас крайне не рекомендуется. Обычные мирные духи долины рассержены из-за скверны и неизвестного происхождения. Глашатая. Все?
не видел раньше, я видел такие волнения среди граждан, даже нищие в последнее время какие-то беспокойные. Я узнал кое-что об убийствах подворотнях, это проделки Вервольфа. Тех нищих убил Вервольф, это точно? Вот же, не надо было отмахиваться от Мэтти, когда он ко мне обратился. Вот, возьми в награду, только никому ничего не говори. Эй, так все на нервах. Обещаю, что впредь буду исполнять свою... прислуживаться к жалобам нищих. Да ладно. Так, я усвоил тяжелый урок. Никогда больше не, не отвернусь от того, кто попал в беду. Не в мое дежурство, даже если это нищий. С тобой, да, разумеется, ты, пожалуйста, поговори потише, совершенно не обязательно всех ставить на уши, что тебе известно, проклятие колдовато. Я бы назвал это суеверной чушью, но слухи все множатся, множатся. Говорят, вервольфы захватили Камлорн. Это к северу отсюда. Если львиная гвардия продолжит в том же духе, что-то подобное произойдет и здесь. Тебе приходилось драться с вервольфом? С вервольфом? Ни разу не представляла возможности и, надеюсь, не представится. Со соль проклятия этих тварей в их укусе, укус вервольфа может превратить тебя в одного из них. По крайней мере, так говорят. Тикс. Задание. Так, ну что? Будем, наверное, сохраняться. Наверное. А, ну, подожди. Сейчас посмотрим. Да. Давайте, наверное, сохранимся, а потом пройдем все вот эти задания. Ну, я хочу сейчас немножко выставить на продажу вещи. Для этого мне надо на другой аккаунт перейти. Очаровательно. Надо это все пособирать. Ладно, потом... Это надо, блин. Угу. Нет у тебя. И он думал, может купить и тому лошадку новую. Может, у всех один, ой, разные были. Было бы прикольно. Мне Сенчи нравятся. Такие кошечки. Ну, кошаки. Чё, прикольные. Ну, я бы больше бы добавил пэтов. Пэтов. Ездовых. Верховых. Было бы прикольно. Да. Разрабы много чего не реализовали в этой игрушке. Я, наверное, пройду... Все миссии и все. Буду на нее опять забивать. Да я периодически забиваю на эту игру. Посмотрим. Еще снабженцев собирать. Стандарт, возьми снабженец. Нормально. Такс, что мне надо? Мы будем проходить только вот эти делики. Угу. Мне надо портяжный станок. Ну, не хочу. Настроения нету. Полностью по всему бегать. Такс. Еще лесу какой-то не висит, что на дороге лежит какой-то хрень леса в скачке. Лиса? Даже 3 надо было сделать, да? Да.
Это, кстати, у меня персонаж Ленин. Вот видите. Да, Ленин он. Фигня. Я думал, что накинут, интересно. О, гранулы хрома. Это неплохо. Мисы платины. Интернет? Блин, только не говорите, что интернет подвис. Сейчас. Блин, ты шо, какие лаги. Да, так что если нас разъединит, знаете, это не я виноват. Нести. Так, а что? Магазин гильдии поставить на продажу. Да, точно, и цены узнать надо. Цены. Сейчас посмотрим. Там Real Trade Center открываем. На фоне. И смотрим. Главный убор. Материнской скорби. Цена вопроса. Бур. Материнской скорби. Качество легендарное. Особенность. Помощь богов. Поиск. Цена. Цена. Так, цена. 200-220. 185 кто-то выбросил. 280, 189. То бишь, 220. Ну, косарей до 200 можно выставлять. Чикс, магазин гильдии. 100. Нет, 200. 210. Вот так. Цена. Так, что мы можем еще вкинуть вам? Мне надо пятихаточку. 220. Ну, посмотрим. Кушак материнской скорби. Кушак. Вот так есть. Ничего не найдено. Понял. Простите. Сейчас. Давайте вот так вот. Кушак. А, кушак. Точно, убору надо... Да я неправильно пишу. Кушак материнской скорби. Помощь богов легендарный. И смотрим. Цена тоже 240, 220, 199 кто-то выставил. Ну, то есть тоже 1000 за 220, 250, 240, 230, 215, 220. С 220 тысяч можно выставлять. По идее, должно быть... По идее, да. Да, замечательно. Так, и эполеты материнской скорби. Смотрим. Эполеты материнской скорби. Цена вопроса. 160, 220, 197, 198, 169, 188, 172. Невыгодно. Невыгодно их. Можно за 170 ставить. 170-180 тысяч. Да, магазин гильдии. Палеты 170 тысяч. Замечательно. Почти. Ладно, напечатаю. Все. На продажу поставили. Сделали делик. Восходим. Заходим другим чуваком. Можно было сделать и остальные задания. Ну, так впадло. Вы просто не представляете, сколько это скучно и неинтересно. Это у меня танк. Щит-меч.
Да, дракон. Дракон. Рыцарь дракона. Давай уже. Да ёперный балет, как же ж ты долго грузишь. Зря, блин, протыкал. Потом будем разбирать. Так, то же самое делаем. Блять, не ту клавишу. Не ту клавишу, Николай! Не ту! Точно. Пам-п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 ам
Жух. Тоже три штуки, да? Да. Раз, два, три. Опа, делаем. Чёренько. А вот это у меня типа типаж. Типа вот этот. Кощей бессмертный. А чё, не похож? Кощей бессмертный только в шлеме. Гранула хрома. Еще одна, это хорошо. Спасибо, дровоский воск. Вообще шикарно. Что там? Надо посмотреть. Так, банк положить. Положить. Смотрим, что у нас тут. Ничего. Мантию положим. Платиновое ожерелье положим. И все. Это потом. Чё? О, блин, стой, подожди. А в какую я, блин, поставил на продажу? Коммерсант. Коммерсант? Да, всё, хорошо, стоит, замечательно. Фух-фух-фух, я уже перепугался. Думаю, ни хрена себе. Ну и ладно, никто не хочет покупать. Выйти у меня. А, кстати, для этого есть такая штука, называется стоп. Сейчас. Я только выйду, сверну и запущу там Real Trade Center, пускай оно синхронизирует цены. Да. Вот это у меня первая... Короче, лошадка. Ну, у меня выпал когда-то с ящиков. Вот эти ящики, которые сейчас за Twitch даются. Ну, только раньше их давали за все. Там, ну, вот когда я играл, там много их давали. Очень, наверное, насыпали. Там много насыпали ящиков, да. За каждое действие там. Ну, ладно, не за каждое действие. Ну, действительно, очень много их насыпали. И я за то время насобирал себе там много выпало всяких приколов. Угу. Только я не знаю, почему они за Twitch до сих пор Ура Боруса дают.
Наверное, самые конченые. Самые говененькие ящики. Ну, вы видели, за сколько я вот ящиков открыл. Ничего нормального не было. Ну, не знаю, бред какой получается. Так, смотрим. Хорошо, поехали дальше. Икс. Два штуки. Да? Да. Есть, хорошо. И что нам дадут? Ничего. А, нет, хром. И все. Хромиус. Ну и так нормально. И за это спасибочки положить. Так, что мы можем положить? 3000. Бред. Так, пояс. Мантиаванусе. Ну, это потом тоже положим на продажу. Вот новое ожерелье. Кстати, вот интересно. Да я на рыбалку ходил здесь. 9 штук. Там стоит? Да. Да ладно. Со старту, видели? Да ладно. Не гоните. Из 8 штук 2. Да ладно. Это уже шикарно. Я вам говорю, я сотню разбирал, ничего не выпадало. А тут буквально 8 штучек. Вы прикиньте, насколько это, блин, фартануло. Да не, уже, скорее всего, ничего не будет. Да. Не, ну получится, конечно. Охренеть, я чё... Понимаете, за 8 штук... Две превосходные икры. Это ж... Уму непостижимо, если честно. Ладно, спасибо, благодарю. Это вообще прикольно. Ладно. Все, всем спасибо, всем пока. До следующей серии. С вами был Николай. Надеюсь, вам понравилось. Пускай у вас все будет хорошо. Все. Всем пока. Пока-пока.